Здрасте. Здрасте, я не отвлекаюсь. Владимир, захотелось поговорить. Да, в общем, мы где-то посреди пустыни, в 200 милях от Лос-Анджелеса и где-то в 100 милях от Лас-Вегаса. Здесь так называемый паровозик, я бы это сказал. В общем, едем, никого не трогаем. Обгоняет нас красный мустанг последнего года. За ним еще пару спортивных, я даже не понял каких. И Nissan Altima, как у нас. И хорошо так обгоняют. Думаю, ну что, надо... Кстати, Nissan Altima, она сейчас справа обходит. Думаю, ну, что, надо пристроиться. Пристроились. Это что же он творит? Видите, что творит? Не видит. Пристроились и 155. И километров 20, пока Татьяна Ванна спит. Ну, думаю... А с другой стороны уж полиция стояла. Но я, получается, так между машинами был. То есть впереди меня машина, сзади меня машина. То есть вроде как безопасно. Но сейчас я последний, поэтому не очень хорошо. Ну, может, я еще что-то придумаю. Но гоняют здесь, конечно. Я думал, в Альберте гоняют. Нет, здесь гоняют лучше. Здесь 130 – это нормальная скорость. Ну как, это... 110-120 это типа нормальная скорость по лимиту. Все едут. Не все, ладно. Это в километрах. Да, в километрах. 130 все едут. А если ты нарушаешь, то едут 150-160. Максимум я ехал 170 еще. Ночью. Да. Но только в паровозиках. Сам я на такое не способен, потому что у меня денег не хватит оплатить это все. Но вот в паровозиках, в принципе, очень даже неплохо. А еще что, нас предупредили, когда будем подъезжать к Лос-Анджелесу, ни в коем случае не нарушать, там эти вертолеты летают. И чисто сканируют твою скорость, все, штраф готов. Поэтому это мы сейчас как бы в пустыне, тут явно вертолеты сюда не долетят. Ну вот. А, еще по поводу ночи. Разница между вождением. Мы вчера проехали 500 миль, сегодня мы проедем еще 300 миль. То есть вроде как с американскими дорогами мы более-менее познакомились. В общем, ночью народ, есть люди на букву М. Не буду говорить дальше. Они считают, что когда они едут с дальним светом, и ты их обгоняешь, они дальний свет не должны выключать. То есть вот они едут, и тебе тупо светят дальним по зеркалам. Я сначала думал, может, кто-то забыл. Ну, бывает, забыл, ничего страшного. Когда эта зараза едет за тобой минут 20, вот в притирку к тебе, и палит тебе этим дальним светом. Притом, это еще минивэн, у которого этот дальний свет, ну, приличный. В общем, думаю, нет. Надо с этим бороться. Пропустил его, включил, встал вот бампер в бампер, включил задний, включил дальний, еду. Ноль реакции. Думаю, ладно, перестроился, начинаю сигналить и переключаю на ближний, чтобы он видел, что как-то что-то не то. Секунд 20 перерыв, тык, переключился. В общем, это у меня где-то пятый был, который вот так вот меня слепил. Поэтому постоянно приходится от них уходить, потому что, ну, тебя слепят. Ну, в общем, я два таких обучил, вроде как. Но, люди, не делайте этого. Ночью, когда ты, блин, 4 часа за рулем, и тебе какая-то зараза дальним палит, в общем, неприятно. Да, ну, все, что хотел сказать. Ты сам окрестности